Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skip888, и это The Binding of Isaac, в которой мы будем играть. Играть опять пытаться пройти в этот раз не просто до мамы, а хотя бы до сердца мамы. Сегодня задача стоит такая. И да, я не буду сбрасывать весь прогресс, что проходите Айзека сначала. Но в этом нет особо никакого смысла. Тем более я не хочу делать уж такое огромное количество серий по этой игре. Все серии направлены на то, чтобы показать игру за различных персонажей. И, быть может, еще челлендж. По возможности хочу дойти до сундука, показать тоже там геймплей. А так, в принципе, игра не свежая, скажем так, да. Вышла она относительно давно. Поэтому как-то так. Ну, давайте перейдем к выбору персонажей. Думаю, сегодня попробую поиграть за Магдалену. Магдалена довольно относительно легкий в обращении персонаж. У нее есть своя хитрая особенность. Во-первых, это 4 сердечка за место 3 стандартных. И во-вторых, это на пробиле у нас уже сразу есть сердце. То есть и юзабельный предмет, который позволяет нам восстанавливать жизни, что круто и, по идее, должно помочь мне как-то выживать. Но у нее низкий уровень дамага. То есть дамаж-то она слабо, и ей надо разгонять дамаг. Воу. Так, сразу легенькая комната, в которой основная опасность только в том, что мы можем по своей глупости наткнуться на эти рубашки окровавленные. Так. Ну или тела без голов. Как их ни назови. Так, ключик, это хорошо. Какашка. Офигенная комната с какашкой в центре. Без никто. О, мини-босс, который, блин, еще и быстрый. Фак, а я не такой, чтоб быстрый. В Африке-реке. И тут еще суть этого босса в том, что он, помимо того, что быстро бегает, он еще оставляет за собой этот кровавый след, который дамажит, если на него наступить. Но он, в принципе, довольно прост. Просто бегаем по кругу, и мы не наступим на свой след. Но единственная фишка в том, что я, блин, очень медленный. Поэтому он меня периодически догоняет. Фу, блин. Придется сразу сердцем пользоваться. Так, так. И давайте, наверное, пилюлю попробуем. Бэтгаз. Просто пукнула Магдалена, все, что сделала. Это ни о чем. Оу, бомберманы. Терпеть вас, ребята, тоже не могу, блин, я еще медленный. О, сердце. Хм. Чтоб я помнил, что ты делаешь, механическое сердце. По-моему, там не столь клевый. Или клевый аффикс. Не помню, честно, не помню. Ну ладно. О, братик Бобби. Будет за нами летать, тоже наносить урон. Но это хорошо, нам дополнительный урон не помешает. Плохо, что у меня нет бомбы. Я бы мог взорвать этот синий камень, скорее всего, найти там серые сердца. И, быть может, апгрейд на дамаг камень, который нам в голову врезается, увеличивает наш урон наносимый, что клево. Но, быть может, бомбу мы все-таки получим. А может, и нифига, блин, а. Нифига мы не получим, конечно же, ладно. Ну, в эту комнату смысла нет заходить, которая у нас магазин. Денег у меня нету, поэтому пойдемте сразу к боссу. Босс легкий, за нее дают кусок мяса, частичку мидбоя. Но только с ним мы не будем не очень быстро бороться, расправляться. Хотя братик Бобби, по идее, нам должен помочь в этом как-то. Так, летай, летай. Зато у нас дальность выстрела довольно такая неплохая. Что клево. О-о-о. Да, я ошибался, мы довольно... Ой-ой, это уже жирную муку. Твою налево. Да что ты. Я как-то высокопрофессионально собираю все выстрелы. Так. Так мне до сердца маму не добраться. Так, серое сердце. Ну-ка, иди сюда. Кусок мяса, серое сердце. Отлично. Ну, пойдемте дальше. Угу. И так, пойдемте влево. Почему бы нет? Ой-ой. Черт, а не люблю этих пауков непредсказуемых.
Так, вот это два слипшихся, они разъединяются. Не знаю, чем они там занимались, но ползали вместе. Так, ну, опасно. Так, восстанавливаем. Опять бомбермана, нафиг. Так, сердечко, хорошо. Ну, сердца, во всяком случае, подсобирал. Что неплохо, блин, тут надо бомбу. Бомб у меня что-то как дефицит совсем. Пойдемте искать золотую комнату, потом уже к боссу. У меня, конечно, приоритет — это все апгрейды на урон, на скорость атаки, все то, что поднимет, о, мой ДПС, то есть урон в секунду. Так, пауки, тоже гадкие такие пауки. Эти рубашки-то они особо не страшные. Ну или тельца отрубленные, но мне их приятнее рубашки называть, чем окровавленные тела без голов, которые извергают кровь. Звучит как-то не очень, согласитесь. О-о-о. Так. Почки вот эти дурацкие тоже убиваем. А, бомба. Так, теперь надо ее с умом потратить. Твою налево. Куски мяса. Тоже непредсказуемые ребята. Минус кусок мяса. Так, паутина, она останавливает как меня, так и мои снаряды, которые я выстреливаю. Они тоже летят медленнее. Отлично, сердце, которое мы пока тратить не будем, потому что оно восстанавливает целое. У меня всего лишь половинки не хватает. Погнали отсюда. И по-прежнему золотая комната не найдена, значит, она внизу. Что логично. Да, блин, какой-то крупновастый уровень. Хотя это второй. У меня уровень сложности довольно-таки высокий на самом деле. Потому что там довольно много пройдено. Хотя, как сказать, пройти Айзека — это, наверное, значит найти все бонусы, все апгрейды, собрать там все эти вещи и также, наверное, все концовки посмотреть. О, так, бомба. Конечно, успешно взорвал. Как настоящий истинный, блин, профи. Твою налево. Внезапные пауки. О, класс. Пинки. А что лучше? Так, он иногда выстреливает ядовитый. А это сердце что делает? Пофиг, берем глаз, потому что яд. Яд — это круто. Яд он дамажит неплохо. Насколько я помню, бомбы. Все. А, блин. Всего лишь мистер бомб. Нафиг нужен. Мог быть неплохой вариацией для нас. Но сердце всяко круче. Я просто так потратил бомбу, хотя я мог его опробировать на какой-нибудь стенке. Быть может, найти секретную комнату. Ну ладно. Фейл так фейл. Деньги. Быть может, стоит деньги достать? Вот эти вот. Хотя не факт, что я с одного взрыва достану. Тут 5 монет. Нет, наверное, не будем тратить. Нафиг. Пойдемте к боссу. Гарри Джуниор. По идее, не особо сложный босс, насколько я помню. Вау! Или сложный. Так, яд. Как я и говорил, яд — это хорошо. Так, надо мух убивать, потому что мухи реально мешают. Да блин, а. Опять я попался. Да черт, а. Ты как-то внезапно. Воу, атакуешь. Что вообще не круто ни разу, парень. Так, апгрейд на жизни. Да, я пока фейлю очень часто. Ну ладно. Надеюсь, дальше лучше пойдет. А то так будет проблемно добраться до хоть куда-то. И что у нас тут? Так, сразу вниз. Почечки. Ядовитые. Бомба, конечно, в центре тролло такая. Потроллить меня решила. Вау, паук. Так. Товарищ почка, блин, а. Что ж вы... Что ж вы меня дамажите-то все? Ребята, я давно не играл в Айзека, успокойтесь. Не надо так прессовать Магдалену. Блин, и... этого ключа нету.
Блин, а еще и костры, которые могут стрелять. Это неприятная комната. Очень неприятно. Скажу честно. Бобби, тащи, братик. Братиша, тащи. Все. Так, восстанавливаем. Магдалена, она прощает ошибки многие. За счет своего сердечка этого, поэтому клево ей играть. Ну зато мало урона. В этом какой-то. В этом плане какой-нибудь Иуда. О, молодцы, почки. Он, конечно, по дамагу куда как круче. Но у него жизни мало, ему посложнее играть. Воу, надо немножко потренироваться на таких более простых героях. И мне уже там предлагали поиграть за мертвого мальчика. Но это, думаю, через пару серий как-то так. Потому что за него играть совсем непросто. Есть ли у меня шанс получить ключ отсюда? Нет, наверное. Не хочу тратить 7 монет. Пойдемте искать ключи где-нибудь. Так. Минус муха. Оу. Так. Два сундука. Вот там-то должен быть ключ. Давайте попробуем сделать мостик. Отлично. Так, во всяком случае, бомба оправдала себя. И сердечко. Сердечко могло быть хорошей вещью, но нет. Нам все-таки урон нужен. У нас так и свое сердце, которое восстанавливает сердца, поэтому острой необходимости в жизнях вроде как нету. Нужен урон, 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 урон. Бомбы. И нужен ключ. Как ни крутите, ребята, дайте ключ. Только не надо в центре комнаты появляться. Ну, конечно. Еще, блин, за фигня такая. Как я теперь лечу-то? Никак. Нет, ну они любят вот такие вот приколы. Поиздеваться любят комнаты эти. Так, блин, я же в стенку вперся. Пойдемте. О, пауки, да ну нафиг, ребята. Давайте жить как-то дружно, что ли. О, ключик, супер, просто офигенно. Помчались сразу в золотую комнату. Так, где она у нас? Чуть ниже. Что-то хорошее нас там ждет, я чую. По-моему, это рассыпной выстрел. И он, по идее, может нам помочь. Берем. Да. Еще и ядовитые пуки улетают. Окей. Пускай так. Моя Магдалена. Теперь такая страшненькая с этими глазами. И пойдем другие комнаты посетим. Быть может, мы что-то хорошее там найдем. Поэтому, ну, на этих уровнях пока не особо сложно зачищать комнату. О-о-о, сказал я. Не особо сложно. Это я погорячился. Конечно, сразу игра нас троллит. Явно желает нам гибели в этом подземелье. Так, сердечко. Very good. Что в этой комнате? Блин. Гопники зеленые. Так, опять нам открывают вход в секретную комнату, как бы намекая, что нам стоит туда зайти. Но я не уверен, что стоит. Пофиг. Давайте поиграем в этот автомат. Давай нам какие-нибудь сердца. Синие сердца, говорю, давай, жматяра. Ах ты ж. Харе предсказывать на всякую чушь. Так, карта. Бесполезная карта. Самонаводящиеся выстрелы. Нет, лучше уж тауэр этот. Я уж какой-нибудь босса затроллю тролль-бомбами. Еще больше ничего, что ли? Еще карта. Эмпресс, это что у нас? Два урона. Насколько я помню, урон он как бы дает. Еще что-то хорошее. Дед. Что это у нас?
Это... Так, нанести большой урон, по идее, всем, насколько я помню. Да, это смерть. Давайте это оставим. И взорвем нафиг этот аппарат, короче, достал он меня. О, ключик, монетки. Монетки мы свои отбили почти что всем. Ну ладно, сойдет и так. Зато ключик. Ключик — это клево. Мы сразу сможем золотую комнату посетить на следующем уровне. И у нас урон. Урон. Эту карту, по идее, сохранить не мешало бы до мамы, чтобы быстро ее пройти. Или до каких-то сложностей. Ну, здесь, по идее, Холлоу, да? Это несложный противник. Он двигается по вполне себе определенным траекториям. Правда, периодически их, бывает, меняет. Так, тут главное следить внимательно. А в целом, вроде как, сложности не должно с ним возникнуть. И все, да? Так, как я и говорил, сложности не должно возникнуть. Так, трусишки рейндж нам увеличивают. И что там дьявол предложит? А, гвоздь. Блин. Гвоздь — это хорошая вещь, это юзабельная вещь. Девятки — это ап вроде как урона. Да, гвоздь я не буду брать по той простой причине, что у меня и так все неплохо, у меня есть сердце. Девятки тоже нет, я, наверное, эти вещи не буду брать. Хотя гвоздь я точно не помню, что делать. Но, по-моему, превращает меня в черного демона с уроном. Ну блин, нет, нет, дьявол, ты меня не сманишь своими каверзными вещами, поэтому будем своими силами обходиться. Так, ну вниз. О, конечно, пауки, кто же еще? Да блин, еще сразу, два раза. Так, клево, клево. Технично в первой же комнате дважды получить урон. Проскилл, блин. Так, монетка. Ой, золотая какашка. Головы. Да что такое? Ты чё такое? Ты чё специально урон получаешь? Слушай, в самом деле. Так, золото. Все понятно. Так. Давайте эту какашку разнесем. И пока не вижу смысла идти в магазин, у меня всего лишь один ключ. Я, скорее всего, схожу в золотую комнату лучше. Так, бомбы, которые взрываются и разлетаются. Бомба-мухи, да? Ведь это не так страшно. Оу. Главное тут не паниковать. А, сказал я и тут же спаниковал. Клещ. Давайте возьмем клеща, наверное, чтобы нам как-то с боссами было полегче. Так, и опять пауки. Как я вас терпеть-то не могу, ребята, вы что? Мне скорострельности прям жутко не хватает. Так, почки. Конечно же, кто же еще? Так, гибни, почка. О! Ну там хотя бы видно тень от снаряда, и можно спрогнозировать, куда она движется. Так, в мою сторону. Все, супер. Золотая комната. Блин, Тетрис. Тетрис — это нифига хорошего. Это я вот таким вот типом становлюсь, который дамажит, конечно, все круто, но сердце полезней. Надо еще один ключ найти бы. Так, боссу пока не пойдем. Здоровья мало. Я тупо-тупо наполучал кучу урона. Надо как-то аккуратнее. Так. Не подходите ко мне. Так, золотая какашка, в которой монетки. Так, давайте вот в эту сторону зачистим. Так, 22 монетки. Мне нужен ключ, я хочу в магазин. За 22 монетки я могу там что-то вполне себе купить. Там ценник вещей в основном 15 хороших монет стоит. А,
бывает по скидке. По скидке там 7. Монет вполне себе цена, была бы. Ну или даже за 15 я бы что-нибудь купил. Только дайте мне ключ. Так, дали ключ, да? Издеваетесь. Блин, сюда можно как-то прокрасться. Давайте я попробую это сделать и получу кучу урона. Воу, я прошел. Фух. Смотреть не смотреть, что вверху. Пофиг. Так, ну этот не страшный тип, он разваливается на кучу мелких типов. Тоже мини-босс. За него что-то дадут. Не помню что. Так, давайте. Сейчас кучу-кучу маленьких нас создает. Вот эти головы, когда разваливаются. Поэтому будем одну голову контрить, потом другую, чтобы не создавать сильно много объектов. Поэтому он довольно простой. Просто контролируем то, что происходит вокруг нас. Проблем не будет. Скорострельность маленькая. Надо как-то аккуратнее стрелять. Так, синяя голова. Так, валим. Так, минус. Минус. Все. Оу, тролль-бомба. Фух, нифига хорошего не дали. Ну ладно, бывает и такое. Смотрим, что в этой комнате. Блин, почки опять. Жаль, они себя не взрывают. Было бы попроще. Но в любом случае... Оу! Чуть не получил урон. Ух, ключ еще один. Не зря уже сходил сюда. И куча еще всяких врагов, блин. А, получил урон. Еще урон, да ты смеешься. Это вообще плохо. Да харе, разогнался. Жесть вообще. Блин, а? Сколько комнат-то вообще? Бах. Так, одного только. А, успел. Дайте сердце. Нет, не дали. Ой, блин, а? Еще и костры, которые стреляют в самый неподходящий момент. Блин, а? Что-то какой-то большой уровень. Так, что-нибудь хорошее мы найдем? Что-то нет. Мне начинает подсказывать игра, что я, наверное, зря сюда, блин, сунулся. Хотя ключик нашел. Хотя мне теперь очень мало здоровья, что может... Воу-воу! Воу, да как так? Вы издеваетесь? Вы явно издеваетесь, да? Хорошо стрелять-то как с пулемета. А, вау. Так, два сердца у меня, это плохо. Зато мы нашли аркаду. И это, наверное, хорошо. Сможем поиграть там на каких-то автоматах. Хотя, блин. Сначала стоит сходить все-таки в магазин. Быть может, мы найдем что-то хорошее. Погнали. Если что, на босса у нас есть усиление, карта наша. И у нас есть клещ, который делает босса слабее. Поэтому, думаю, с боссом мы так или иначе разберемся. Правда, могут возникнуть сложности с другими комнатами, но это уже такое дело. Так, карта. Ну, карту, думаю, стоит определенно взять. Это очень полезно. И 8 монет. Сердце и серое сердце. Все на этом. Еще у нас есть ключ. Мы можем сходить типа в это. О, тайная комната. Карта показывает наличие тайных комнат. И тут монета. Все клево. Теперь мы можем сходить в аркаду. В аркаде, я думаю, я вряд ли что-то смогу выиграть. Хотя, почему нет? Давайте сходим.
Блин, идти только туда далековато. Ну да ладно. Это может нам как-то помочь, я надеюсь. Единственное, зачем можно сходить в аркаду, это муха, которая защитная. Она бы мне явно не помешала, чтобы столько урона не получал. Так. И муху мы можем вот здесь, в этом автомате, выиграть. Если нам повезет вдруг. Так, это тупо муха. Нет, надо защитную. Я сказал защитную. Защитную муху. Так, сердечко тоже неплохо, но защитную муху. Нет, да? Ну ладно, ты сам напросился. Еще сердце. Ладно. Во всяком случае, у меня теперь полное здоровье, плюс 2 серых сердца. Все клево. Надо постараться босса, наверное, быстренько завалить. И, быть может, с каким-то шансом с большим тогда появится все-таки опять сделка с дьяволом. И тогда там какая-нибудь клевая вещь появится, которая поможет мне пройти до сердца мама. Ну, не факт. Мне еще бы компас, вот что. Карту-то у меня открыта будет. Только не очень понятно, где там босс и все такое. Поэтому надо бы компас. Ладно. Мечтать не вредно, пока погнали на босса. Это пистелин. Чума, да? И он довольно гадкий. Гадкий малый. Так, о. Так, мух начал плевать. Типа, ты мне и так не нравишься, ты еще тут мух делаешь. Давайте его троллить нашими выстрелами. Так, пока. Так, сделка не открылась, к сожалению. Зато у нас голова стреляющая. Все клево. Шлите дальше. И сердце зарядилось. Так, один уровень остался до мамы, я так понимаю. Надо как-то аккуратненько сыграть. Давайте прикинем, где может быть босс. Босс может быть, блин, в нескольких местах. А где может быть золотая комната? Аналогично. Мне кажется, почему-то влево. Как правило, они в каких-то длинных, ой, ё-моё, отголосках любят тусоваться. Отвлечениях. Твою налево. А, куча урона. Долбаные головы. А, как я их не люблю-то, кто бы знал. Я почему-то, наверное, всех противников в этой игре не люблю. Твою налево. Ну, каких-то особенно не люблю. Бомба. Золотая комната. Золотая комната, это должно быть. Ой, что за глаз. Пофиг, собираем. Это, кстати, неплохая тема. Это вроде как делает мой дамаг по максимуму. Да, у меня офигевший дамаг. Еще и тройной выстрел. По идее, это, надеюсь, это хорошее сочетание. Посмотрим сейчас на врагах. Ключей нету. Лады. Да. О, это в обе стороны стреляющие парни. Ну, что-то они погибли довольно живенько. И сундук золотой. Я иду к тебе. Так. Что ты? Так, ничего хорошего. Из-за одной монетки я потратил ключ. Как бы так себе размен. Воу-воу. Нет, вот это, по-моему, классная комбинация все-таки. Или я так надеюсь. Да, шикарно. О, муха. И там, наверное, босс. Или фиг-то там. Так, мухи. Еще бы скорострельно сяпнуть, и вообще было бы шикарно. Так. Да, урон просто отличный. И давайте сразу к боссу зайдем. Золотую комнату я уже посетил. Урон у меня хороший. Погнали. Ой-ой-ой, Харио Квин, король чего-то там.
И этому парню только в зад можно дамажить. О, у нас урон вполне себе позволяет это делать. Вот эти какашки, они потом появляются на тех же местах, где он понагадит. Надо запоминать, блин, и не лезть. Банально. Так. Да чтоб тебя, толстопуз. Тирсап, это хорошо. Серое сердечко. Так, что нам там дьявол предлагает? Кошак, он же 9 жизней. Что, по идее, нафиг мне не нужно. И договор, который дамаг поднимает, ну за 2 сердца это очень дорого. Итак, хочу ли я идти открывать еще что-то там? С одним ключом. Наверное, нет. У меня, в принципе, все прекрасно. И тратить попусту жизни я не хочу. Пойдем сразу к маме. Тем более золотую комнату сразу посетил. Ага. Бомб нету. Супер. И мне кажется, что босс вот сюда вверху. Так. Отлично. Сразу рядом с ними появился. Чтоб они гарантированно мне нанесли урон. Гада. Ладно. О. Так. Пока, парни. Блин, а. Опять урон получил, ненужный, совсем не нужен урон. А бомб нету. Как-то надо их и нету. Плохо, что у меня нет способности полета. Так, ну эти кишочки. Они катаются вдоль одной стеночки, поэтому особой угрозы-то не представляют. Так, и вот эта бесполезная вещь. Кстати, хотя может быть сейчас и пригодится. Давайте попробуем вот здесь вот взорвать. О, это телепорт. Я думал, это взрываха. Жесть. Ладно. Так, мухи атакующие. Ничего клёвого. И выходим. Блин, придется сейчас идти. Ой, ё-моё, наступил на шипы. Серые сердца свои все потратил. Как обидно-то, а. Я не хотел тут ходить так-то. Ребята, вы что? Так, полубосик. Мелкий совсем. Еще, кстати, телепорт может нас телепортировать не только в комнату, но еще есть такая фишка, как баг. Воу-воу, ну типа баг. Где мы сразу переходим на следующий уровень и собираем какие-то прикольные вещи. Это, кстати, был мини-босик синий, из которого падает синее сердце. И это, в принципе, полезно. Довольно. Так, зомби дикие мясные. Так, давайте вот этого, пока он отщепился, от толпы завалим. У нас урон позволяет это делать. Хорошо, еще бомба. Так, надо забрать свое сердечко. Сердечко нам понадобится. Серое сердце. Блин, его достать-то не могу, наверное. В чем проблема? Давайте вот эту взорвем. Так, и тут золотой сундук. Ну это прям вообще. Трололо так трололо. Мы можем, кстати, в секретную комнату сходить. Поглядеть, что там. Иногда в секретной комнате, помимо монеток, бывают и вполне себе какие-то полезные вещи. Так. Ничего. Монеточек пару лишь. Так, это уровень с мамой, да? Если я ничего не путаю. Ключик. Дадут, не дадут ключик, опять же. О-о-о. Так, такая комната у нас уже была. Мы можем теоретически получить серое сердечко, если не потеряем. Это что у нас есть? Отлично, получили. Это просто здорово. Так, мозги, которые ползают, оставляют за собой след. И, по идее, тоже не особо опасны. И пойдемте к боссу. Да, мама. Так. Тратим.
наше усиление, чтобы очень быстро разобраться с мамой. Так, ага. Мы просто колоссальный урон наносим. Я думаю, ау, проблем не должно быть. Так, отлично. И это фигня, бокс. Хотя, быть может, даже и полезно. Ключ. О, ё-моё, это кто у нас? Сейчас. Джунмент. По-моему, если ничего не путаю, это нищего. В комнате призвать. Так, пилюлька. Пофиг. Телепилюля. Да ладно. Мы из комнаты мамы выползли. Что, кстати, круто. Мы можем сундучок какой-нибудь открыть. Ключик еще собрать. И тогда еще вот этот сундук открыть. Так, кучу монет собрать. Что тоже круто. Давайте. А, так, карту я не подобрал. Пойдемте. О, у нас еще открылась ангельская комната. Это вообще круто, невероятно. Пойдемте к ангелу. Он что-нибудь классное даст. Вино. Что он делает? Дамейдж апает. У нас просто космический дамаг. Спасибо, ангел. Аллилуйя, да-да-да. С таким дамагом мы можем дойти до сердца мамы и даже его, быть может, победить. Так, теперь главное только в правильную сторону пойти. Тут что-то это не особо очевидно. Вообще не очевидно. Так, давайте нищего. А-а-а. Это этот, который за кровь. Нафиг ты не нужен, парень. Или нужен. Так, я могу одно сердечко апнуть. Давайте попробуем. Ничего не дал. Ну и флаг с тобой. А, блин, где же босс? Пойти, может быть, тупо по прямой влево. Хотя пойдемте в секретную комнату сходим. Так, у нас урон шикарнейший. Поэтому можно довольно быстро со всеми расправляться. Я думал, нищего дадут, который монетки берет. Да, гриб, это вообще офигенно. Это жизнь. Это запасная жизнь. Это нам может прям вообще пригодиться. Это как в Марио, знаете, да? Запасная жизнь, так и тут. Это то самое и есть. Запасная жизнь. Так. Я думаю, вверх. Быть может. Быть может, там босс. Нет? Нифига. Так себе я ориентируюсь, значит. Так, ну тут явно нет босса, поэтому ловить мне тут нечего. Тогда он влево. Явно влево. Хотя тоже не факт. Ну почему-то мне так кажется, поэтому я проверю. Мне, сколько я помню, сколько играю, и на какой-нибудь тот развилке из трех никогда не попадалось, что боссы. Тут еще сбоку две комнаты. Но на моей памяти не было. Хотя я могу ошибаться вполне себе. Так, эти кричалки дурацкие. Еще и телепортируются и кричат. Нафиг вас, сердце. Дальше. А, копия. Так, с копией надо как-то расправиться. Давайте взорвем ее, что ли. Все, самое простое. Так, что тут нам предлагают? Серый сундук, нафиг нужно. Дальше. И нифига не босс. Так, урон. Не нужно урон. Так, все-таки там. Да неужто? Значит, это я что-то путаю. Лады, игра. Я все, конечно, понимаю, поэтому иду туда. Ну, урон клевый. Мне нравится такой урон. Наносить врагам. Так. Опа. И опа. А, сразу к боссу. Ой-ой-ой. Смерть. Еще один всадник. Получи дофига урона сразу, парень.
Просто без шансов. Так, у нас в этой фигне. Отправил, блин, кататься. Так. Все. С таким уроном ничего сложного. И вот за нами уже бегает мидбой. И погнали. Нам чуть-чуть осталось до сердца мамы. Главное теперь не зафейлить нигде. Мы сможем, быть может, с ней. С этим сердцем, вернее, даже справиться. Так, секретная комната. Хорошо. Так. Так, мидбойчик бегает, там всех покусывает. Молодчина какой, а? Красавец. Ух. И тут что-то классное. Да, три монетки, это очень классно. Офигеть, блин. Так, пост тут. Пост не тут. Так, мидбой, сожри, блин, мою копию. Чё? Блин, а? Всё, нет серых сердец. Теперь это точно опасно. Пойдёмте вниз. Хочу серые сердца. Ой, как я хочу серые сердца. Кто бы знал. Так, сундук. Блин, бомб нету. Я хочу бомбы и серые сердца. Пилюля. Хорошо, что врагов нет. Так, надо аккуратно. На этих красных уровнях, как я уже говорил, мы получаем урон в целое сердце. И это печально. Так. Значит, где-то там босс. Два бомбермана. Да ладно. Давайте мы как-то... О, бомбу обратно. Так, мидбой, фас на второго. Мидбой. Давай, гибни там уже. Так, бомбы собрали. Что мы можем еще сделать, посетить? Что у нас? А, вот этот сундук. Так, тут бомба и монетки, которые мне нафиг не нужны. Лады, идем дальше. Воу! Так, мидбоюшка ешь. Хорошо. Опять эта копия дурацкая. Да, блин, мидбой. А, ты его ешь. Молодец. Так бы сразу. Найн. Нет там... О, кстати, автомат-то. Чё я про него забыл? Как ворваться так, чтобы урон-то не получить, а чтобы тут кучу получу. Угу. Так, сердце. Мне бы серых сердец, парень. У меня 36 монет, я могу так довольно неплохо поиграть. Так, серое сердце. Давай еще муху защитную. Было бы вообще шикарнейше. Ну, давай. Мне так много, я могу долго играть. Пилюлька. Пофиг. Спидап. Ну, скорость нам лишней не будет, точно. Монетка. Серые сердца, я жду ему. Ну блин, ну что такое? Давай что-нибудь полезное. Еще 23 монеты, я ж не устану играть. Тупо монетку опять. Уха, ну нифига незащитная. Автомат. Давай. Рожай монету. Бэтгас. Офигительная вещь. Да блин, он одно. Одно серое сердце с 20 монет. Как-то не очень. Давай еще серое сердце. Да ладно, ну не жопся. Честно.
Очень нужно, давай. Блин, а? Так, тролль-бомба. Офигенно. Ладно, хотя бы одно серое уже хорошо. Идем тогда отсюда. Ой, ой. Так, ну, несложная комната. В принципе, эти хамалки ничего не делают. Кишочки эти, которые ползают по стенам, тоже не опасные. Дальше. Так, вот эти, по идее, тоже не опасные ребята. Тут главное следить, куда они прыгают. И вот сердце мамы, по идее, задача наша основная на сегодня. Давайте с ним попробуем расправиться. Так, тут у нас сразу идут вот эти глаза, блин, которые надо очень быстро убить. И потом она будет создавать врагов нам, которые являются боссы. Ну, с ними надо быстро расправляться и, собственно, конечно, браться за сердце. И под конец, последняя фаза, оно будет тупо стоять и стрелять в нас. Это сердце. Так. Терпеть не могу этих чуваков. Я, наверное, каждому уже врагам, так сказать, успел. Мидбоюшка, хава его. Давайте, урон. Урон даем сердцу, урон. Оу. Так, мухи. Нафиг. Мясо. Оу, начало стрелять, да? Это вот заключительная фаза. И тут у нас два варианта. Либо отправиться на небеса к ангелу, либо к дьяволу вниз. Ну, наверное, к дьяволу пойдем, что с ангелом я в такой комплектации точно не справлюсь. А с дьяволом, ну, какой-никакой маленький шанс есть. Хотя вряд ли. Вряд ли я до него даже доберусь. Там уже жесткие комнаты. Ой, блин, еще и большое какое место-то, блин. Ну, давайте влево. В секретную комнату. Я думаю, там ничего хорошего. Или вдруг что-то хорошее. А вдруг нет? Не будем рисковать, короче. Эч. Пробуем сыграть. Супер. Так, промчался. О, блин, эти штуки летучие. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще и стреляет. Вот гадость. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я говорил, ай-яй-яй. Я терпеть не могу этих врагов. Я говорил это. Так. Нафиг, куда ты летишь? Отлично. Блин, опять. Да вы прикалываетесь. Да точно прикалываетесь. Да, ё-моё. Я забыл, что там лётаешь. Какая жесть-то. Так. Давай, мидбоюшка, жри их. Несмотря ни на что, так он шип этих делает кадов. Вот, кстати, дамаг поднимает, но я не могу взять, потому что у меня клещ, который полезен. Ой-ой-ой. Два локи. Это вообще плохо. Давайте попробуем сбежать с этой комнаты. А-а-а, нафиг. Фу, блин, ну хотя бы на дьявола просто посмотреть, я уже на это согласен. И пойдемте, наверное, в секретную комнату. Вдруг там что-то такое эпичное, что поможет нам выжить на этих уровнях. Хотя я в этом, блин, вообще сомневаюсь. У меня одно сердце, так, два сердца. Так, и мини-боссик. Гаденыш. Сейчас мы с тобой, наверное, совладаем. Так, живи его, мидбоиш. Отлично. Давайте сразу серый камень. Вай, мидбой! Скотина, а! Как ты нас вообще подвел-то? О-о-о! Копия моя. Еще и с крыльями. Пипец. Тейк. Там ничего хорошего. У нас жизнь была, поэтому это здорово. Идем вверх. Так, минус глаз, бомба. Бомба. Пойдемте, пробуем еще раз в серую эту комнату попасть. Надо помнить, что мидбой на эти бомбы таскает, только нифиг делать. Поэтому,
Чтоб он ее не утащил, так проходи сюда. Оп, побежали. Ключ, монетки. Так, здесь монетки, но они пипец как мне нужны. Я вот прям не скрою. Ничего более бесполезного. Тык. Да, блин, а. Так, эти быстро бегают. Мидбой же, ешь его. Ешь его, мидбой. Фас, отюй его. Эйк. Все, мидбой справился. Красавелла. Просто парень мировой. Наш мидбой, а? Как я технично-то пробежал, аж сам удивился. Так. Взорвать надо. А, нифига не взрываются-то как. Воу. Не ожидал, что там прям такой рейндж. Так, лады. Сердце. Так, босс. Блин, неправильно я пошел. Это плохо. Где же тогда ты босс? Где наш Эль Диабло? Блин, а? Дурацкая комната. О, всех взорвал. Нет, не всех? Ну, многих. Сердце. Ну, отлично. Если шепнуть сундуку сердце, то он срабатывает. Запоминает А. Так, нифига у них сколько здоровья. Вы чё, гавры? Если бы у меня не такой вот мой урон большущий, то я тут вообще бы уже давным-давно. Вот, вообще супер незаменимая вещь. Башкой раскинуть. Это просто круть. Так, тут босс? Ну, конечно, нет. В чем я? Мидбой схавал. А-а-а! Тролль-бомбочка. Так, жизни полные. Ну-ка, дьявол. Где ты, дьявол? Тоже не могу взять. Чё, в этой комнате? Муча-бомб. Муха-бомб. Которые я не люблю. Как я их не люблю. Я говорил, как я их не люблю. А я их не люблю. И да, дьявол. Жесть. Сатана. Как я с ним бороться-то буду? Он где-то здесь должен появиться. У него скорость, блин, еще. Так, сразу на два развалился. Давайте быстро-быстро дамажить парня. А, черт. Черт. И сатана, кто ты там? Мидбоюшка, ешь его. Так, сейчас фаза начнется жестко. И тут, по идее, самый оптимальный. Да. Ну, по крайней мере, мы дошли до дьявола. Я даже не ожидал такого. Поэтому круто. Круто. Просто. В следующей серии попробую поиграть за кого-то другого персонажа. И, быть может, сможем завалить дьявола. Сатану. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.